Для тех, кто хочет знать больше о технологиях зомбирования человека, цветных революциях и прочих не совсем честных и чистых способах воздействия на мозг и сознание человека, у нас хорошая новость. В книжной серии «Военная тайна» вышел сборник «Незримая война». Ищите в бумажном варианте или в интернет-магазине «Лабиринт». Эти люди такие же, как мы с вами, но то, на что они способны, поистине шокирует. Они не горят в огне и в воде, не тонут в прямом смысле этого слова. Их пищеварительная система переваривает стекло и металл. Они глотают змеиный яд, как будто это микстура от кашля. И невзирая на принадлежность к человеческому роду, умеют сворачивать свое тело кольцами, подобно могучему Као. Эти люди живут среди нас, но многие из них информацию о своих способностях охраняют как самую страшную тайну. Кто же они на самом деле? Завтрашние жители планеты, которых вооружает аномальными способностями сама природа, или несчастные мутанты, в которых по необъяснимой причине просыпаются гены доисторических предков? Об этом наше шокирующее расследование прямо сейчас. А это Алекс Калашников, человек-змея. Он доказал всему миру, что человеческое тело такое же гибкое, как пластилин. Только посмотрите, что он вытворяет.